Здравствуйте. Внимание. Я ужасно извиняюсь, я прошу дико прощения, что я так опоздала. Последний раз я также бежала буквально месяц назад в Нью-Йорке, опаздывая на встречу. Но, правда, мне было хуже, я была вот на таких шпильках. И я понимала, что я чудовищно опаздываю, пробки, такси, все, я бросила все и вскочила в метро. А встреча у меня была довольно с такими серьезными людьми. Я в полном мыле, значит, вбегаю, а надо же еще добежать до метро. Эскалаторы, все, бегом, тема вам знакомая. Я значит, прибегаю, красная, все. Они говорят, ты откуда? Я говорю, я на метро. Они говорят, зачем? Я говорю, я опаздывала. Они такие на меня смотрят, говорят, зачем же так бежать? И на шпильке сразу и такие глаза. Раз. Я думаю, я не в плохой форме, наверное, если такая реакция. Нью-Йорк, кстати, весь бегает. Вы давно бегаете? Все давно бегают, все такие опытные. Круто. Я бегун неопытный. У меня с бегом всегда были очень сложные отношения еще с детства. Я, пробежав 3 километра, я просто падала в обморок вот прям на финише. Я за финиш и в обморок сразу. Да? Сейчас я как-то решила реабилитироваться и в какой-то момент подумала, ну что, мне слабо? Ну я что, совсем дурак, что ли? Все бегают, а я? Я потихонечку, это было, мне кажется, гомерически смешно, прошлый весной опыт, я начала бегать. 500 метров, и я труп. Ну, реальный труп, потому что у меня дыхание никакого, вообще ничего. Хотя я спортом занимаюсь давно, у меня хорошая растяжка, там всякая йога, вот это. И по нулям. Потом километр, думаю, какой я молодец. Потом 1,5 километра. И когда я дошла до 3, я поняла, что в принципе есть перспектива. Но я пока на 3 застряла, но я тихой сапой, значит, чухаю по 3 километра, жутко довольная собой. А мне до вас, до марафонцев и до людей, которые бегают давно, далеко, но... Наверняка, да, возвращаясь к нашему сельдерею любимому, у всех есть какие-то свои пищевые привычки, пристрастия, которые приходилось менять в связи с тем, как вы бегаете, да, какие у вас нагрузки. Наверняка же, да, обычный, привычный режим питания, а вы бегаете и понимаете, что вот тут зашло, да, и тут десяточка прямо легла. А тут не зашло, и все, и вы упали, никакой десяточки, ничего, сил нет. Да, понятно, что есть гормональный фон, есть настроение, есть погода, есть давление, есть все. Но есть еда, которая дает, конечно, колоссальные ресурсы. Мы не будем сегодня говорить о том, что есть, чтобы бегать и худеть. Да, это отдельная все-таки тема, это, понятно, редуцированные какие-то жиры, которые надо, в принципе, можно говорить и об этом, да, просто понимать, что все то, что мы едим, минус какая-то, какой-то, например, жировой компонент, и уже хорошо, потому что чем меньше жира, естественно, кроме очень полезного, сейчас и про полезный же поговорим, конечно же, нам все нужно, да, особенно людям с большими физическими нагрузками, которые работают на выносливость, на все. Все завязано, еда, вода. Я категорически против каких-то правил, да, таких жестких правил. Тут мы едим вот это, тут мы не едим это мы не едим никогда. Меня абсолютно потрясло одно исследование американских диетологов, которые занимались, собственно, подбором еды для людей, которые серьезно занимаются спортом. Да, это качки всякие, залы спортивные, у них банки, все. И какой-то чудесный совершенно диетолог пишет, говорит, вы знаете, говорит, если у вас нет времени поесть, ну вот совсем, и вы ничего, ну, бывает, ну не знаю, что-то обрушилось, вы не взяли с собой еду. Зайдите в Макдональдс. На этом месте у меня так тихо, значит, отпала челюсть. Так, куда? Написано, в Макдональдс. Я думаю, и что, вот что он сейчас предложит мне съесть? И съешьте один сэндвич. Один сэндвич, во-первых, вы получите белок, вы получите, да, быстрые углеводы, не самые нужные вам, но вы спасете свой энергообмен от потери, которая может вам пробить брешь и не дать сделать полноценную тренировку, да, и вообще как-то нарушить баланс, потому что регулярность питания для людей с большими нагрузками, конечно, очень важна. При этом тоже очень индивидуально у всех. У кого-то перерыв должен быть 2 часа, 3 часа максимум. Дальше все. У нас начинается, значит, падает сахар, все плохо, сознание путается, тут сосет, там нет, сил нет никаких. Да? Для кого-то хороши большие перерывы. Там кто-то, например, себя хорошо чувствует при перерывах от 3 до 5 часов. Я таких мало знаю, такие есть. Обычно люди, которые занимаются плотно спортом, к этой категории людей, конечно, не относятся.
Поэтому вот это дробное питание, да, и из каждой еды, из каждой порции вы должны вытащить то, что даст вам силы. Да? Это, конечно, белок, это, конечно, сложные углеводы, потому что без сложных углеводов долго не пробежишь. Это железо, это куча аминокислот, без которых мы тоже не можем, да? Это витамины, это минералы. То, что строит наш организм, то, что дает энергию. Те, кто долго бегают, наверняка знают, что если вы взяли с собой сушеные яблоки, просто тупо сушеные яблоки, это источник железа, который помогает вам восполнять ту потерю железа, которая у вас всегда происходит во время бега. Потому что каждый удар пятки о твердую поверхность дает вам при беге, не при ходьбе, дает вам потерю железа. Да, и это довольно существенная потеря, если вы долго бежите, не по мягкой почве, да, по твердой. А вы теряете, 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 теряете. Поэтому очень многие советуют просто во время бега сушеное яблочко, долька, две, три, прямо вот бежите, подпитывайте, у вас будет восполняться железо. Но это яблоки высушенные без химикатов и со шкуркой. Вот это прямо супер штука. И, в принципе, добавленное куда угодно яблоко вам всегда будет немножечко восполнять вот эти вот железистые дырки. Потому что если вы не получили нужного количества железа, соответственно, у вас кислород в мышцы не пришел в нужных количествах. Все, у вас выносливость упала, и вы уже никуда не побежали. Ну, то есть побежали, но совершенно с другими ресурсами, с другими возможностями. Ваши возможности, да, это вот, в принципе, все... Вот весь тот нутришн, да, который вы поглощаете вместе с едой. Опять-таки, чудесный совершенно завтрак бегуна, который мне посоветовали американские товарищи, он говорит, отличная штука. Два тоста цельнозернового хлеба, естественно. Да, мы не, белый хлеб не, мы не едим, мы его не любим, потому что мука у нас плохая, ну и вообще это быстрые углеводы, вообще не нужны, да? Почему цельнозерновая? Потому что перемалывается вместе с оболочками, сохраняя полезные вещества. Да? Никаких долгоиграющих хлебов. Если есть возможность покупать в хорошей пекарне, покупаем в хорошей пекарне. Нет, печем сами. Да? Потому что всегда можно даже без хлебопечки выпечь приличный, сносный хлеб. Особенно после тостера он будет вообще отличный. Два тоста цельнозернового хлеба, арахисовое масло. Там... Бог знает, сколько белка и сложных углеводов, которые вам необходимы. Сверху ломтик яблока, а еще сверху поджаренный бекон. Это вот это наше сало, вот это тот жир, который полезный. Потому что, во-первых, когда вы поджариваете, весь неправильный жир у вас вытапливается, вы же подсушиваете его. И вы получаете такой фантастический энергоудар в организм, который вам дает силы на будущую пробежку. Но если это один тост такой, то это, например, час до еды, до бега. Если это два тоста, ну хотя бы тогда полтора дайте себе. Если вы живы, у вас там какой-то марафон или большая серьезная пробежка, соревнование, еще что-то, то за два часа у вас должна быть очень серьезная, сбалансированная еда, достаточно объемная, но при этом легкая, для того, чтобы за два часа у вас не было вот этого безумной тяжести в животе, потому что с кирпичом в животе не побежишь и далеко, безусловно, не пробежишь. Поэтому, например, вариант, когда вы за два часа до важного какого-то, да, мероприятия, не просто тренировки, хотя и просто тренировки, почему нет, у вас порция, например, гречневая лапша. Это медленные сложные углеводы. Они прекрасны, совершенно, они будут работать, вас подпитывать. Плюс гречка, конечно же, наше все. Гречневая лапша, вареные креветки. Причем мы их прямо так отварили быстренько, да? Или на пару сделали, что совсем хорошо, просто не потеряв ничего. Если же мы не сидим на жутких диетах, обезжиренных, и мы не хотим, прямо страшное дело, как худеть, мы, в принципе, бегаем и так худеем, да? Еще и чашечка кофе перед этим. Совсем хорошо. Креветки можно обжарить. А если вы их обжариваете, будьте здоровы. В чесночном масле, например, да, в оливковое масло, чеснок немножечко обжарили, чесночок вынули, аромат остался, креветку туда
Все, она готова, она розовенькая стала, была серенькая, стала розовенькая, вкусная, невозможно совершенно, да? Этот лишний жир вам точно не помешает, вы его убьете очень быстро. В лапшу креветки и те овощи, которые есть под рукой. Лучше, конечно, если это будут какие-то, если есть возможность органических овощей, да, совсем хорошо. Нет, ну, то, что есть, то есть. В принципе, овощи, они в Африке. Овощи, морковка, болгарский перец, брокколи. Вообще, я считаю, что брокколи – одна из самых вкусных штук на свете. Мне говорят, какая гадость, ну, просто вы не умеете ее готовить. Брокколи не надо сильно готовить. Да? Брокколи достаточно вот так вот в дуршлачке опустить в кипящую воду на полторы, на две минуты, вынуть и обдать холодной водой. Все, она хрустит, она вкусная, она сохраняет все витамины. При этом, поскольку мы ее немножечко термически обработали, да, мы помогаем организму расщепить эту брокколи на наши полезные всякие составляющие и получаем нужное количество клетчатки. Потому что наша клетчатка, да, которую мы получаем с овощами, с фруктами, с крупами, да, это наше здоровье, здоровье кишечника, потому что все то, что мы съели, да, у нас все везде, на коже, в энергии, в мышцах, везде, да, это наше здоровье. А у всех, конечно, свои... А, и заправили вот это все, значит, туда натерли морковочку, порезали, перчик, положили брокколи, все до чего дотянулись, все это смешали, потом взяли столовую ложку соевого соуса, столовую ложку кунжутного масла, так вот сбили вилочкой, получалась такая чудесная ароматная смесь, заправили, перемешали, хотите подогрейте это, хотите ешьте холодным, как салат. Вот эта комбинация сложных углеводов и какого-то белка, плюс овощи, которые наша клетчатка, соответственно, волокна, это самое лучшее, что вы можете получить. Дальше, с кулинарной точки зрения, да, я буду говорить в основном с кулинарной, что, как вы можете это варьировать, так и варьируйте. Потому что вариантов той же лапши, но из цельнозерновой, да? Уйди, мой золотой, какой красивый человек пришел необыкновенно. Все это ваша история. Нету креветок. Ну, в общем, пес с ними, с этими креветками. Но если у нас есть, да, прямо сейчас мне вот это животное прекрасно не поверит, но тем не менее, есть рыба, прекрасная морская рыба, да, в которой, в принципе, я считаю, что в рыбе это какое-то вот самое энергетически и, в принципе, по составу полное... полный продукт, который мы только можем использовать для того, чтобы жить. Да? Замечательный ресторатор, который сейчас открыл еще один ресторан в Москве, Сейджи Кусана, а ему сколько сейчас, лет 65, наверное, под 70. Он, как многие японцы, такой подтянутый, гладенький, аккуратненький. Я говорю, Сейджи, во-первых, сколько вам лет? Это было несколько лет назад. Он говорит, ну, мне 65 лет. У меня, значит, молодая русская жена, у меня, значит, какие-то маленькие дети. Такой человек мира абсолютный. Я говорю, а в чем секрет? Он говорит, вы знаете, мы, японцы, едим, понятно, рис. В вашем случае это не белый рис, это бурый рис. Да, потому что белый рис – это быстрые углеводы, ненужные вам абсолютно. Это бурый рис, это тунец. Говорит, тунец – это... произведение божественное. И это водоросли. То есть это углеводы, это идеальный белок сбалансированный, и это йод, и как бы овощной компонент. Плюс туда намешиваются, конечно, овощи. Вот у меня собака тоже почему-то очень любит овощи и общаться. Илюха, держись! Он учуял в тебе дружбана. Вкусненького нет, просто... Да, люди, мой сладкий. Просто от моего сына пахнет тоже собачкой. Я буду подсматривать, ладно? Потому что много чего хочется сказать, чтобы я чего-нибудь не забыла. Итак, что влияет, в принципе, на скорость, на выносливость? Вы так наверняка там плюс-минус уже понимаете, да, если вы давно бегаете, вы понимаете, что хорошо вам. Но у каждого своя привычка, у каждого своя фишка. И не знаю, было ли у вас в жизни время, в принципе, задуматься о том, как вы реагируете на те или иные продукты и сочетания продуктов.
Да, было время задуматься, да, вот эти вот эксперименты, когда ты вдруг понимаешь, что вот у меня было такое, я поняла, что я не хочу есть мясо, я жуткий мясоед, я всю жизнь ела мясо, я вообще не представляю, как можно без него жить, нет. Тут я понимаю, что я не могу есть мясо, мне плохо от него, я съела кусок мяса, и тут вот от меня этот кусок сидит, ну все, никуда. Я думаю, а что будет, если я перестану есть мясо? У меня был такой опыт в 19 лет, когда я вот при вот этой своей, значит, комплекции и росте, я похудела до, по-моему, 46 килограмм, ну такая была глиста в скафандре, жуткая совершенно, потеряла железо, потеряла все, что могла, и мне сказали в какой-то момент врачи: деточка, если ты не хочешь ползти в сторону кладбища, пожалуйста, белок. Ну, дурная была. Кто-то сказал мне, что я толстая. Я решила, что я действительно толстая. Был такой опыт в моей жизни. Я стала есть белок. И после этого я стала уже потихонечку думать, а что есть, а в каких комбинациях, а после чего я хорошо себя чувствую, после чего я плохо себя чувствую. Такие встряски организму иногда нужны, стрессы. Они жуткие на самом деле, не у всех они хорошо заканчиваются. Да? Хорошо, что у меня это как в какую-то логистику, вот эту вот продуктовую, что ли, вылилось. Правда, это было время, когда продуктов в Москве особо не было. Это было давно. Хороших продуктов не было вообще, супермаркетов еще в 92-м году тоже не было толком, только открывались, поэтому как-то вот все на ощупь, потихонечку сходишь на рынок, смотришь, ага, это хороший творог, это плохой творог, вот этот мы берем, это хорошая квашеная капуста, это плохая квашеная капуста, да, начинается вот эта дифференциация. Потом, когда появились хорошие продукты, конечно, стало проще, и стало понятно, что если на ночь съесть что-нибудь очень тяжелое мясное, ну вот, например, для меня, и заесть это еще, например, зачем, непонятно, каким-нибудь фруктом, ну, то есть я буду лежать, и вот все, мне будет ужасно плохо. Это мы... При этом крахмал, например, картофель, заходит на ура. Да, и я могу себе позволить есть на ночь вареную картошку, например, с оливковым маслом, с кунжутным маслом, с овощами. Я буду себя великолепно чувствовать. Ну, практически на ночь, ну, там, например, 1,5-2 часа до сна. Да, у каждого свой обмен веществ. Да, я при росте 1,65 м вешу 55 килограмм. 54-55, ну как-то вот у меня килограмм-полтора могут гулять в разные стороны. Этот вес держится уже очень-очень много лет. Просто, чтобы понимать, да, вот этот мой пищевой путь довольно долгий, да, мне 44 года, у меня трое детей, один из которых вот этот вот человек сидит, к которому приставала прекрасная собака, старшему сыну 19, скоро будет 20, да, и на детях я, конечно, тоже потренировалась «будь здоров», да, потому что у детей есть очень крутые моменты заходов, когда ты понимаешь, когда у тебя абсолютно есть чистый лист бумаги. Вот этот ребенок, у которого нету никаких пищевых привычек, потому что он не привык еще ничего есть. Когда дети начинают у тебя... Один ребенок у тебя таскает мясное со стола, к овощам не притрагивается. Другой ребенок таскает только овощи и фрукты. Третий ребенок в качестве прикорма чего угодно ест все, до чего может дотянуться, решиться. И, да, например, один ребенок у меня категорически не ел вместе белок и углеводы. Гарнир отдельно, мясо отдельно или рыба. Я думаю, хорошо, давайте посмотрим, что из этого получится. Это его собственный путь. Потом выяснилось, что у ребенка очень сильный атопический дерматит. И, видимо, организм таким образом регулировал свои взаимоотношения с пищевыми продуктами, чтобы просто не накрыться медным тазом. Да? У кого-то свои пищевые привычки. И глядя на детей, да, сразу становится понятно, каким путем идти, экспериментировать. Исключить одно, подключить другое. Тут я могу это съесть, тут я не могу съесть. Съел на ночь что-то, стало плохо. Съел что-то, стало хорошо. Съел перед пробежкой что-то нестандартное, но стало здорово. Надо запомнить, что это было. Прямо или потом крутая пробежка. Что я ел? Ага, за сколько я ел, да? Пищевой дневник – это очень хорошая вещь. Если у вас есть привычка записывать, например, именно в режиме тренировочном, что и как вы едите, это очень здорово даст понять, в каком режиме вам лучше всего есть для того, чтобы лучше всего выживать на тех же марафонах, на длинных дистанциях. И классическая формула, что, например, за там, 2 месяца до марафона вам надо
очень сбалансированно есть 3 раза в день обязательно хорошими, правильно скомбинированными порциями сложных углеводов, хорошего белка и клетчатки, да, в данном случае овощей, да, фрукты, не знаю, у всех с ними сложные бывают взаимоотношения, поэтому кому-то фрукты хорошо, кому-то фрукты не очень. Такая специфическая тоже тема, очень индивидуальная. И вот есть эта базовая история, да, 3 раза в день четко сложный углевод с белком, с клетчаткой. Ну, казалось бы, да, это азбучная история. И мы 2 месяца до марафона, мы вот это едим. А потом выясняется, что сил все равно где-то не хватает. Значит, где-то надо добавить, где-то надо добавить промежуточные перекусы. Значит, надо что-то с собой брать. А очень многие не любят, например, сухомятку, потому что считается, что это плохо. В сухомятке ничего плохого нет. Да? Почему сухомятка? Потому что ты съел и не запил. Если человек при этом достаточное количество пьет жидкости, лучше воды. Тогда никаких проблем с сухомяткой в принципе нет. Почему бабушки фанатеют супами? Да? Каждый ребенок должен есть суп. Ну, суп, конечно, вкусная штука. Я, например, очень люблю суп. Там же удобно. Ты сразу впихнул в ребенка и жидкость, и первое, и второе. Там что-то намешал. Все здорово. Это хорошо. Но суп абсолютно не обязателен, если человек получает нужное количество жидкости. Вопрос только вот в этом балансе. Поэтому если вы понимаете, что у вас нет времени на перекусы, ланчбоксы с сэндвичами, на цельнозерновом хлебе, например, с пастрами, любую пастрами, можно купить хорошую, да? Понятно, что мы до нью-йоркского идеала вот этого потрясающего совершенно мяса не дойдем, но пастрами можно сделать очень круто самим. Да? Лучше всего из красного мяса, потому что железо мы берем из красного мяса. Куриная грудка диетическая, отлично. Вот ходят люди в зал, вот это качают у них рис, куриная грудка, рис, куриная грудка. Ходят и качаются, молодцы. Да? Вам другая нужна история, вам нужно красное мясо. Поэтому если вы покупаете, например, бедро индейки, такое мощное и хорошее, дальше вы, например, утром берете кастрюлю, наливаете воду из расчета на 1 литр 2 столовых ложки соли. Кладете туда индейку, ставите в холодильник. Вечером вы приходите домой, вынимаете, значит, эту индейку, отряхиваете, хорошенечко промакиваете, чтобы она была сухая. Натираете смесью любых специй и трав, которые вы любите, которые у вас есть. Я обычно беру паприку, немножко копченой паприки, петрушку, кориандр, хмели-сунели, сушеный лук. Вот это вот все вот намешивайте, чтобы у вас прям от аромата вот вам хорошо было. Потому что еда должна приносить удовольствие. Немножечко оливкового масла перемешиваете и натираете этой смесью вот это роскошное бедро, которое вы уже вымочили. Дальше в 2 слоя фольги и на 250 градусов в духовку на 15 минут. После чего вы выключаете духовку, разворачиваетесь и уходите спать. Оставляем мясо в духовке. Утром пришли, развернули, а у вас там совершенно божественное мясо. У вас настоящее пастрами. Такое можно делать и из грудки, конечно, индюшачьей. Можно делать такое с другим мясом, но из бедра получается лучше всего. И главное, по цвету напоминает вот эту классическую пастрами. Дальше тоненькими ломтиками нарезали, положили между ломтиков тоста из цельнозернового хлеба, добавили туда, если вам не хватает каких-то вкусовых ощущений, а я считаю, что даже в режиме жестких тренировок есть надо вкусно, но иначе же скучно невероятно, правда ведь? Но потому что тут тебя лишили еды, там тебе сказали, что сахар – это зло, тут вот это нельзя есть, потому что, значит, это рыба, накачанная антибиотиками, ну тоска же зеленая, правда? Надо себя как-то украшать вот эту вот жизнь, да, особенно в режиме тренировок, поэтому взяли вяленые итальянские помидорчики, вот эти вот, которые вкусные такие, пряные. Если мы не едим томатных всяких других историй, взяли, мелко-мелко-мелко нарубили. Получилась такая паста, ароматная невероятно совершенно. Положили вместо любого соуса на хлеб, туда пастрами. Можно положить, например, несколько ломтиков малосольного огурчика. Ничего плохого в нем нет, прекрасная штука, малосольного. Да, потому что много соли нам все-таки не надо. Закрыли и убрали с собой в контейнер. А потом, когда мы понимаем, что все, жизнь дает какую-то вот сейчас трещину, надо срочно есть, остановились, съели прекрасный этот сэндвич. Кто соблюдает питьевой режим, пьем час до еды, например, да, потом поели, потом час не пьем и дальше уже пьем, Бога ради.
Но если, например, знаменитому диетологу доктору Волкову сказать, что «а вот как надо пить? Вот надо же пить сначала до еды, а потом после нельзя воду пить», он покрывается пятнами, краснеет, начинает размахивать руками и страшным голосом кричать: «Пить надо всегда, когда вы хотите! И детям давайте воду за едой, до еды, после еды. Сами пейте, когда хотите, потому что ваш обмен веществ, ваша вода в организме – это ваша история. Я, например, не могу после еды пить холодную воду. Я вообще холодную воду не люблю. Но это я пришла интуитивным путем к этому. А кто-то, наоборот, ему нужно и льда побольше, и воды побольше. Он запьет, и будет ему очень хорошо. Да? Поэтому это индивидуальная история. Мы слушаем себя. Мы понимаем, что нам хорошо, что нам плохо. Как мы пьем, это тоже наша история. Самый лучший, вот с моей точки зрения, да, вариант, это когда мы проснулись, выпили 2 стакана теплой воды, ну так, потихонечку, не залпом вот это глушанули, потом у нас булыжник в животе, хотя мы вроде бы ничего еще не съели. Да? Вода тоже должна усвоиться. Она усваивается не сию секундно, проходит какое-то время. Есть продукты, на которые мы реагируем сразу. И каждый знает, на что мы реагируем сразу. Да, вот прям точно знает, что если выпил капучино, например, с обычным молоком, все хорошо, а с соевым, ну вот, всякое может случиться. Поэтому, зная свою специфику, лучше быть аккуратными с теми продуктами, которые мы знаем, как мы на них реагируем. И вот это, ну, я вот в прошлый раз реагировала, и в позапрошлый тоже, и 3-го дня, но сейчас-то, наверное, будет по-другому. Скорее всего, нет, потому что ваша индивидуальная реакция на те или иные продукты, она сохраняется. Ее можно менять, можно себя приучить к чему угодно. У меня был приятель, который на моих глазах, вот он сидит, значит, обедает, у него какая-то еда, там соленые огурцы, положенные заботливой мамой, еще что-то, и перед ним 2 стакана. Один с молоком, другой с рассолом. И на моих глазах человек запивает свой обед молоком и рассолом, молоком и рассолом. Я помню, что у меня вот так глаза на лоб полезли. Я говорю: как это вообще возможно? А он меня смотрит и говорит: а что? Я говорю: а ничего тебе от этого не будет? Он говорит: нет. А как? Он говорит: я себя приучил. В принципе, если зайца долго пить, он и спички зажигать научится, да? Вопрос, надо ли насиловать организм, если что-то не идет. Какие-то продукты мы понимаем, что нам не нужны вообще в принципе. Кому-то не нужно молоко. Вообще цельное молоко – сложный продукт. Да? Я бы его на самом деле действительно я не против молока, я вообще фанат коров, молока, сыров и прочего. Но именно цельное молоко. Натуральные йогурты, особенно если мы делаем их сами, домашние сыры, которые мы тоже можем делать сами, они прекрасно вкусные. Творог. Вот это все, это прекрасно, но цельное молоко, ну не знаю, мне кажется, что все-таки вот бульником вот где-то ложится в организм, и не алло, а кому-то алло, да? Каждый человек интуитивно питается так, как он нужен. Знаете, есть такая система «интуитивное питание». И его пропагандисты говорят, что надо слушать очень внимательно себя, и если вам чего-то хочется, значит, вашему организму этого не хватает, говорят люди, глядя широко раскрытыми глазами. Мне очень нравится, у меня маленькая дочь была, когда она ползла, я смотрю, у меня ребенок грызет ножку от стола. Я думаю, что она грызет? У меня муж говорит: а ей, наверное, с ножки от стола в организме не хватает. Да? Ну, в принципе, нам и колбасы копченой может не хватать. В ломтике хорошей итальянской колбасы вообще ничего плохого нет. Я за полное разнообразие, за то, чтобы мы ели то, что нам нравится. Но не всегда, если мы сейчас хотим плюшку, мы должны понимать, что нам хочется плюшку. Скорее всего, нам хочется воды. Очень часто наш организм обманывается, да? Он думает, что он хочет есть, в то время как он хочет на самом деле пить. И у меня всегда в машине вода, на работе вода, везде вода, потому что вот сейчас вот я на такси приехала, у меня нет воды, вот я приезжала, да, спасибо девчонкам, спасибо, я сразу выпила воды, потому что я понимаю, что все, у меня везде как будто все вот высохло уже, да, это наш шанс сохранять голову в порядке, потому что если у нас правильный водный обмен, у нас совершенно по-другому работает голова. У нас по-другому функционирует кожа. Если мы правильно пьем, у нас гладкая кожа. С вашими нагрузками, когда у вас с потом выходит очень много жидкости и очень много минеральных веществ, это все надо восполнять. Понятно, что когда вы бежите далеко и надолго, это, конечно, изотоники, потому что
баланс электролитов надо держать в порядке, да, значит, все просто плохо заканчивается. Да, минералы теряются. Очень здорово. Но вода, 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 всегда вода, всегда вода. Вода и сушеные яблоки, вода и сушеные яблоки, вот мне кажется. А что касается, например, белковой еды. По-моему, яйца, не знаю, можете сейчас закидать меня помидорами, тапками, тухлыми яйцами, что найдете. Типа, кидайте самый идеальный продукт вообще на свете. Потому что там... А что там, кто там такой? А дайте нам сюда животных. Жену рыдает. Пусть лезет обниматься. Илюх, ты переживешь? Конечно, давай, там все, Жужу рыдает там, ребят. Отдайте нам развлечения, конечно. Вы что, у нас прекрасный совершенно человек. А, я... Ничего страшного, я тоже не веган. Я тоже не веган. Я не ем мясо, но я ем рыбу, я ем яйца, я ем молочные продукты. Но он не спаниель при этом. Это странно. Так вот, в яйцах есть все помимо белков, которые усваиваются фантастически. Знаете, вот есть два продукта, которые усваиваются фантастически круто. Это яйца и мороженое. Яйца на 95%, мороженое на 98%, по-моему. Ну, вообще так всасывается аж, да? Ну, с мороженым есть, с домашним вообще отлично, с промышленным у меня к нему есть некоторые вопросы. Кстати, мороженица домашняя решает эти вопросы на ура, да? А сахар всегда можно заменить, да? Во-первых, все-таки заменители сахара, которые кто-то жалует, кто-то нет. Во-вторых, есть сироп агавы, сироп топинамбура, есть мед, который, если мы нагрели, у нас все плохо, если мы его не нагрели, у нас все хорошо, мы получили очень еще много всякого нужного и важного. Так вот, яйца. Там есть все. Главное, там есть такое вещество холин, которое отвечает за противовоспалительные процессы в организме. Плюс аминокислоты, плюс вот это вот все, что нам нужно, протеин. Все хорошо, особенно в белке. Я фанат желтка. Сразу. И если вы съедаете 2 яйца в день, у вас с холестерином все вообще отлично. У меня был дедушка, доктор, я еще маленькая была, он говорил: «Деточка, 2 яйца в день, и все в порядке». И как-то у меня это отпечаталось, потом я много читала литературы по этому поводу. Действительно, это универсальный продукт, который дает очень-очень-очень много вам. А особенно для женщин, когда любые воспаления в организме, это может закончиться какой-то, в общем, у мальчиков тоже не все хорошо, но у девочек совсем, да, все в худшую сторону. Так вот, яйца очень в этом смысле помогают. И если мы говорим о том, как их есть, ну, надоедает, да, сварил яйцо с собой, понес где-то, съел, ну, тоска же зеленая. Если дома у нас есть омлеты, у нас есть яйца пашот, знаете, у хороших поваров есть такой тест, к ним приходит поваренок, да, и говорит: «Можешь мне приготовить яйца 50 способами?» Человек моргает глазами, у него начинается нервный тик, он говорит: «Сколько?» Он говорит: «50». Смог, молодец. Нам 50 не надо, но есть какие-то штуки, которые действительно классные. Например, те же яйца пашот или фриттата, которые вообще замечательные. Я не знаю, делаете вы фриттату или нет, более того, ее можно еще брать с собой как тоже универсальный продукт. И, казалось бы, яйца, но если мы положили в нее наполнитель, да, а фриттата – это не просто яичница, это не омлет. Это все-таки взбитые яйца с наполнителем. Что мы туда захотели положить, это от нас зависит. Я, например, люблю смесь, например, сладкий перец. Это может быть сладкий картофель или обычный картофель, если по калорийнее. Это может быть брокколи, это может быть спаржа, это может быть шпинат. Да? Главное, чтобы это не было что-то сильно мокрое, которое даст сок, и у нас тогда ничего не получится. И вот если мы пассируем, мы пассируем, если нет, то нет. Залили яйцами овощи, чуть-чуть подрумянили с нижней стороны, причем надо, чтобы яйца так было нормально, прямо как толстый-толстый омлет-пицца. И в духовку. Эта штука запекается, да, она чуть-чуть только прижаривается на сковородке, причем мы же можем на хорошей сковороде это делать без масла, да, нас никто не неволит. И в духовку. И она поднимается, становится такой пышной, потом немножечко опадает. Вкусно холодное, вкусно горячее. И это такой источник, здравствуйте, товарищ, такой источник всего, что вам в принципе надо, чтобы иметь заряд энергии, сил и нужных веществ, что, в общем, не знаю, куда дальше бежать. Потому что хорошая рыба,
сегодня все рестораторы Москвы жутко ругаются. Они говорят, это большая трагедия добыть хорошую рыбу. Например, в рестораны в японские, в хорошие, привозят рыбу спецрейсами с токийского рынка. Но это, извините, уже это бриллиантовая рыба какая-то, получается, крыло от самолета, да? Очень дорого. И тоже не факт, что это именно она. И только в японских ресторанах. Есть дикая рыба наша. Это нерка, это кижуч. Она, как правило, вся дикого вылова. К нам она доходит замороженная. В замороженной рыбе ничего плохого нет. Так же, как и, в принципе, в замороженных продуктах. У нас же с нашим климатом и экологическими особенностями, вот это то, что мы едим, это главный вопрос. А где это вырастили? Где это взяли? Пластиковые помидоры зимой? Какой-то непонятный перец? Все не пахнет, ничего. В сезон хорошо, мы пошли на рынок, мы понюхали. У кого-то есть приборчики посмотреть нитраты, да, например. Хорошо, нет, так поверили себе на какие-то ощущения. Но зимой что? Замороженные овощи. Прямо я запасаюсь, у меня прям в холодильнике, всегда в морозилке замороженные овощи, потому что их замораживают в сезон шоковой заморозкой. Они сохраняют в себе все полезные вещества. Потери минимально. И в этом гораздо больше пользы, если мы будем, чем мы будем покупать в супермаркетах, вот эту абсолютно безвкусную историю. Даже делаешь... не знаю, ту же запеканку какую-нибудь с овощами зимой, думаешь, а запах где, а аромат где? Приезжаешь в страну, где эти овощи растут, вот они, пожалуйста, ты готовишь все то же самое, запах другой, вкус другой, ощущения другие, да? Все вообще по-другому работает. Поэтому замороженные овощи, замороженная рыба, то, что мы можем, мы понимаем, что добыли каким-то естественным путем, заморозили быстро и нам привезли, это хорошо, это лучше, чем мы будем есть накачанную антибиотиками семгу непонятного происхождения. Вот ей-богу. Да? Благо сейчас все-таки есть какой-то выбор с другими белками. В том же вкусвилле, например, продаются куры, на них специально написано, да, зерновой откорм без антибиотиков, да, и это очень хорошо, потому что это значит, вот она паслась, эта курица, ну, в каких-то там плюс-минус условиях, да, но ее не накачали не тем, что потом нам как-то навредит. Очень разные мнения, например, у диетологов, у нутрициологов, антибиотики в продуктах, они нам сильно вредят или нет? Гормоны в тех же продуктах, они нам сильно вредят или нет? Знаете, как с ГМО, да? С ГМО-то, в общем, понятно, это ничего не будет с нами, не очень хорошая штука, но для экологии больше, да, не для нас лично. А вот с гормонами и с антибиотиками, это, мне кажется, все-таки в ущерб. У меня подруга живет в Германии, и она в прошлом году, у нее были большие проблемы с женским здоровьем, она ходила от врача к врачу, и говорили, все, операция, все вырезать, к чертовой бабушке. И она в какой-то паническом буквально состоянии попадает к очень хорошему доктору. И дама говорит, вы знаете, говорит, вы можете сейчас как бы надо мной посмеяться или над собой потом, но попробуйте 3 месяца не пить молоко. Да, и не употреблять молочные продукты, кроме тех, на которых надпись «Эко». Маша говорит, а почему? Она говорит, вы знаете, говорит, все молоко, которое у нас продается, все молочные продукты, это все гормоны. Она говорит, подождите, но я же как бы их ем, да, мне их не колят. Как они в меня попадут? Она говорит, ну вот давайте вы просто попробуйте. Через 3 месяца она пришла к своему гинекологу, та похлопала глазами, сказала, вы свободны, да, и вопрос об операции снялся. Это может быть психосоматикой, да? Я за что купил, за то продаю. Но, тем не менее, поэтому так или иначе, у нас есть индивидуальная реакция на продукты, и мы ее тоже должны понимать и очень чувствовать. Плохо нам от одного не надо, хорошо нам от другого здорово. Прислушиваться к себе, понимать, что именно нужно. В контексте бега это баланс. Ой, золотой, что же он так страдает-то, прям не могу. Это баланс. Если мы соблюдаем наш собственный, у каждого человека индивидуальный баланс, это хорошо. А что делать с разнообразием? Потому что многие... Гречка, бурый рис, гречневая лапша, окей, там фунчоза в качестве сложных углеводов, картофель, не знаю, картофель отличная штука на самом деле, да? И на вес особо не влияет, если мы его едим не очень много, в нужном контексте и так далее. Если это хороший картофель.
С белками тоже понятно. Но как это все комбинировать, чтобы не было скучно? Соответственно, надо понимать, что есть булгур, есть киноа, есть пшено, есть овес, который не овсянка, да, прокатанная вот этими вот хлопьями, которая тоже ничего, конечно, но от нее пользы никакой. Это быстрый углевод. А если мы берем зерна овса, они фантастически вкусные. Я не знаю, кто-нибудь варил из вас овсянку именно из овса, да? Это мега крутая вещь. Еще моя мама, когда я была маленькая, это какие-то годы 80-е, вдруг стала варить, кто-то ей сказал, что это хорошо. Это было так волшебно вкусно. Вдруг я, там, будучи девочкой, поняла, что у этого продукта есть свой ярко выраженный индивидуальный вкус. Все, что попадает к нам в организм через рецепторы, когда они получают удовольствие, когда они считывают кайф от вкуса, нам это приносит пользу, нас это эмоционально развивает, так же, как хороший фильм, хороший спектакль, произведение искусства, хорошая пробежка, да? Мы получаем эмоции. От еды надо получать эмоцию. А тоже кино. Ну, кто-то говорит, ну, я сварил то кино, и что? Ну, горчит. Ну, ага, ну, зачем горчит? Промыть 3 раза, аккуратно, в хорошей, в чистой воде. Промыли, слили. Дальше готовим. Можно приготовить, потом заправить кучей ерунды. Можно сделать кинотто, да, так же, как мы делаем ризотто, только мы делаем с кино. Другая калорийность. А белка невероятное количество. В принципе, в кино-то можно не класть никакой белковый компонент, да, если у вас сложные отношения, например, с мясом. Достаточно положить, например, обжаренный в чесночном масле шпинат, да, добавить немножечко хорошего сыра, мало ли кому-то привезли санкционку, да, под крышку, и это будет восхитительно вкусная еда. При этом она будет достаточно диетическая. Конечно, она прекрасно разваривается, такими крылышками становится. Замечательно вкусная штука. Но ее главное хорошо промыть, тогда она не горчит. И дальше уже обсочиняйтесь с белком, с овощами. Можно добавлять сладкие компоненты, потому что если вы сделали тоже кино со шпинатом, добавили туда креветок и, например, положили, не знаю, несколько долек мандарина, очищенного от пленки, просто вы сами себе не поверите, какую эмоцию от этой еды вы получите. Это будет кайф. И даже диетическая еда всегда должна приносить удовольствие. Помните, я говорю про этих вот их качки? У них белок, у них куриная грудка, рис, куриная грудка. Я наблюдала довольно долгое время замечательного фитнес-тренера, который помогал журналу Men's Health делать всякие материалы про спорт, фитнес, питание, все. Я каждый раз смотрела вот в этот ланчбокс и говорила, как ты это можешь есть? Ты почему еще от этого не озверел? А мне такой человек говорит, ну надо. Я говорю, ну почему ты не заменишь вот это этим? Почему ты не запечешь в конце концов? Почему ты тупо варишь эту несчастную куриную грудку? Она же удовольствия не приносит. Он говорит, ну вот, показывает вот эти банки. Но он же к этим банкам, вот этим еще банки с протеинами лопает. Да? То есть это такая подмена. Вопрос в том, можем ли мы все получить из продуктов, да, для того, чтобы полноценно подпитываться. Это, конечно, отдельный вопрос. Скорее всего, нет. Да? И без специального питания на марафонские дистанции, даже на полумарафон не выйдешь. Все равно, чтобы не подохнуть где-нибудь на середине пути, не сказать, что я больше никогда в жизни этого делать не буду. Да? Все равно это нужно. Но это только вместе с диетологом, это только с человеком, который грамотно распределит, и это будет правильная история. То, что может облегчить ситуацию, восполнив то, что мы все равно не можем надергать, да, из еды, ну, потому что, не знаю, чтобы получить, не знаю, тоже, не знаю, там, железо или еще что-то, нам надо очень много всего съесть, но мы столько можем просто не суметь физически. А если же мы компенсируем наш кальций, наше железо, наше омега-3 специальными добавками, ничего плохого нет, только хорошо. Потому что без витамина D, например, в этом климате вообще не понимаю, как жить. Да? Конец мая. Алло, солнце, ты где? А мы же надо как-то жить, а настроение? Я как-то раньше как думала, ну не, ну что я буду, я правильно ем. Ну, плюс-минус, да, все живые люди. Я стала пить витамин D. Ну, друзья мои, ну настроение... У меня и так хорошее настроение, я очень бодрый человек. Но мне стало вообще так совсем хорошо. Плюс омега-3, да, капсулы. Обязательно это должна быть проверенная компания, которая делает... Это должна быть рыба, криль из холодных вод. Это должна быть правильная вытяжка. Потому что очень многие
вот эти капсулы как бы с рыбьим жиром, да, вылавливается рыба там, где ртуть. Вот это нам не надо, да, потому что рыба накапливает в себе ртуть. Это плохо. Есть специальные фирмы, которые прям гарантируют, что нету там никакой ртути. Мы им типа верим, конечно, но все равно лучше пусть они напишут, что у них ртути нет, чем будем есть то, где мы подозреваем, что она есть. Да? И дальше начинаются уже добавки у кого какие. Кто-то там спирулиной добивается, да, например, кто-то спирулиной вместе с хлореллой. Да? Отличные штуки. Хлорелла выводит токсины, спирулина дает нам энергию, йод и прочее, прочее. Очень хорошие, абсолютно натуральные морские продукты. Во вещь! Но каждый человек по-разному на них реагирует. Кто-то, например, очень плохо. Да, кому-то прям реально он отдыхает и говорит, не хочу я вашу хлореллу, зеленые гады, жрите сами. Да и пожалуйста, мы будем есть брокколи и тоже чувствовать себя хорошо. Поэтому хорошая еда – это действительно не сельдерей. Это то, что должно быть вкусно, правильно и то, что подходит именно нам. Да? И у каждого своя вот эта дорожка. Дальше, что называется, как сами. Знаете, у нас не был приятель, который довольно много выпивал когда-то. И как-то утром с жуткого совершенно похмелья она говорит, Эрик, слушай, ну ты, наверное, вот уже на опыте на твоем, ты знаешь, как бороться вот с этим жутким состоянием? Сидит, говорит, 50 грамм. И, а дальше, говорит, как сам. Вот дальше, как сам, на самом деле, вот как сам, так оно и надо. Потому что только методом нащупывания, проб и ошибок, но в тех рамках, которые нам диктует задача, а именно бег, да, уже мы начинаем экспериментировать, варьировать и так далее. Благо сейчас рынки, продукты, все у нас есть. Вопрос только в том, что нам подходит. Если есть какие-то вопросы, задавайте, я тут к вашим услугам. Да. Глутамат натрия? Вкус умами? Ну, вы же понимаете, что никакого доказанного вреда, вот прям доказанного от глутамата натрия, нету. Если мы съедим ведро глутамата натрия, ну или какое-то ощутимое его количество, нам, наверное, поплохеет. В принципе, если мы съедим ведро устриц, нам, скорее всего, тоже будет очень плохо. А? Конечно, смотрите, я считаю, что искусственный вкус, добавленный искусственно, это неинтересно. Да, я вам сейчас с кулинарной точки зрения буду рассказывать. Да? С точки зрения вреда физического вам ничего не будет от него. Клянусь. Потому что вы же немного съели, даже если вам в организм попала столовая ложка, а это очень много, да, то есть надо на вот такое ведро съесть столовую ложку, да, чтобы, не знаю, чтобы что, да, это никому не нужная вещь, скажем так, потому что изобретена для того, чтобы добавить вкус, вот этот самый пятый вкус умами. Он, конечно, дико крутой, на него можно подсесть, будь здоров. Но если ты понимаешь, как компенсировать его, добавив в еду и принеся себе еще и пользу, конечно, да. Поэтому у меня всегда стоит смесь специй. Да, специи и травы, которые я запекаю картофель с ними, я кладу в мясо, я кладу в салаты. Для каждого своя какая-то фишка. Вкуса от свежих трав еще больше, чем от чего-то искусственно добавленного. Это искусственная все равно штука. Да? Она организму, ну, в общем, наверное, и не нужна. Вопрос в том, насколько вы печетесь о своем здоровье. Если вы печетесь, наверное, его есть не надо. Потому что, во-первых, это просто невкусно. Я хотел отметить, что продукты, про которые вы говорите, которые не обладают как-то выраженным вкусом. Да. Вот. И при употреблении глутамата натрия ежедневно в виде каких-то там, я не знаю, кто там чем перекусывает, какие-то чипсы там, фрайки там, бодаться под руку. Просто вкус тех продуктов, там он приготовлен, он просто хватит. Не совсем так. Ну смотрите, смотрите, тут какая история? Да, опять-таки, связанное с нашим восприятием того, что мы едим. Как только мы начинаем, например, класть... Да, опять-таки, это все в рамках экспериментов над собой. Да, у каждого... Мы через свой собственный опыт. Как только мы начинаем класть в еду меньше соли, мы в какой-то момент начинаем чувствовать настоящий вкус продукта.
Например, помидор с солью для меня сейчас невкусная вещь. Не потому, что это вообще невкусно, это классная вещь, да? Но мне вкуснее сочный, классный помидор, да, вот этот, мы представили себе бычье сердце. Он плотный, у него не очень много зернышек, он розовый, ты его разрезал, там вот эта мякоть, ты сунул нос, а там бешеный аромат. Какой глютамат натрия, о чем вы говорите? Где он рядом валялся-то с этим помидором? Да, мы почувствовали вкус хорошего продукта, мы стали его ценить. Я вам честно скажу, когда у меня исчез последний пакетик вот с этой вот, значит, пищевой добавкой, назовем так какая-нибудь, да, наверное, лет 7 назад, после отъезда моей свекрови, которую она с собой тайком проносила, значит, этот пакетик и ставила его на полку. И как-то, ну я же не могу воспитывать взрослого человека, это же бессмысленно, да? И я в какой-то момент, я готовила, она говорит, а ты положишь? Я говорю, не-не-не, давайте, знаете что, я вот сейчас положу немножко это, самая сильная пищевая добавка – это соль и сахар. Сильнее них нет ничего, какой глютамат. Я говорю, давайте положим капельку, значит, для кислоту снять вот это. Мы положим, значит, петрушечку, мы положим вот это. А сейчас я нарежу это, я, значит, чесночок, у меня чесночное масло, еще что-то. Дух пошел такой, честно вам скажу, она больше не притронулась вообще к этому пакетику. Я не знаю, ест она его сейчас или нет у себя в Геленджике. Я очень надеюсь, что нет. Но ей стало интересно, как можно довести вкус до вот этого пищевого кайфа, да, без глютамата натрия. Ну вот можно, да, и вопрос исключительно, вы правы, технологический, но то, что вы говорите, чипсы, сухарики, они сами по себе вредные. Они со... Нет, да любую колбасу возьмите. Конечно, зачем есть колбасу, не надо есть колбасу. Попробуйте в магазине найти, что его не содержит. А я вам скажу, смотрите, тут все, тут ничего сложного нет. Смотрите, если мы не покупаем готовую еду, мы готовим сами. Опять-таки, то, что я говорила, самый идеальный пример – это пастрами. Это, окей, буженина домашняя. Вы купили кусок мяса, вы его запекли с чесночком, со специями, вы его нарезали ломтиками. Какая колбаса! Да? Если мы хотим покупать промышленные продукты, мы должны понимать, что мы не знаем, что мы едим. Да? У нас есть список на этикетке, нам обязаны это писать. Но что там на самом деле? Половину моему, мне кажется, половину таблицы Менделеева нам не пишут там, да? Да. У меня два вопроса. Оба, кстати, связаны с глютаматом натрия. Ну, слушайте, интересно, я не знала, что у вас это такая тема, да. У меня тема с умами связана. Ага. Первый вопрос. Вы много готовите, мне интересно, где вы берете бульон, потому что все кубики там, ну, это отсыл туда, что в каждом кубике глютамат натрия, но мне интересно, где вы берете его вы. Второй вопрос. Как вы относитесь к одному из главных содержателей умами сливочного масла в готовке? О, так, вы сейчас прям мне хорошо сделали. Давайте по порядку. Итак, бульон. Бульон и масло. Чтобы сделать хороший бульон, вам не нужны бульонные кубики. Зачем вам вот это вот? Кости запекаете, вы традиционным методом готовите. Знаете, да? Я не запекаю кости. У меня прям реально нет на это времени. Это удел... Ну, хорошо, для того, чтобы получить бульон консоме, вот этот темного насыщенного цвета, нам надо запечь кости. Но это, хорошо, это для этого бульона, да? Если мы говорим о более простом бульоне, да, классическом, знаете, вот этом еврейском пенициллине, да, это тоже называют куриный бульон, никто ничего не обжигает в печке, никто ничего не обжаривает, упаси Боже, мы просто кладем в нужной последовательности мясо, курицу, из чего мы делаем бульон, коренья, не знаю, букет гарни, да, для аромата. Да. А что там делать, тот бульон? Хорошо. Можно раз в неделю заморозить. У меня есть мороженое, я всегда замораживаю овощной бульон, потому что мне почему-то именно его всегда лень готовить. У каждого повара своя точка зрения, это мне интересно. Конечно. Смотрите, я
ресторанные повара – это одна, да, история. Наша бытовая кулинария, она все-таки другая, и она зависит от нашего времени и энергии, и инициативности. Если у нас есть время запечь кости – отлично, мы наварили бадью бульона, заморозили – будет нам счастье. Но, ну, нет этого времени. Окей, у нас есть 40 минут, да, мы готовим классический бульон, и он, мы его потом процедили, он чудесный, он ароматный. Главное в бульоне – это что мясо, оно должно быть правильное, и курица должна быть правильная. Сварили из плохой курицы бульон. Ну, пахнет, какая гадость. Сварили из хорошей курицы, из домашней, фермерской. Ее аромат божественный совершенно. Это вопрос к качеству продуктов и только. Дальше на основе этого бульона мы делаем, что хотим. Овощные бульоны я морожу, потому что у меня не всегда есть тот набор, который я использую, да? Для овощного бульона мы варьируем. Я вообще не люблю мясные бульоны, я все на овощных делаю. Не потому что я не ем мясо, мне реально... А? И ризотто я делаю на овощном бульоне. Да? Представляете? Но, знаете, как вкусно получается? Ух! Я не пробовал просто. Вот, и, соответственно, вопрос в наборе кореньев. Понятно, это может быть лук-порей, лук-шалот, репчатый лук, корень пастернака, корень сельдерея, морковка. Вот, ну, не... А знаете, какой пастернак свеженький, вкусный, не грызли никогда? Погрызите, правда. Вот за меня погрызите, мировая вещь. Я в детстве провел безумное количество времени на Кавказе, и при этом не пить не могу ни сельдерей, ни болгарский перец, ни вот это все. Подождите, а пюре из сельдерея, вот сейчас, подожди, не из зеленого, из корня. Ах, вы не ели мое пюре из сельдерея. Да, сейчас я отвечу, секунду, про сливочное масло. И, да, я просто не до конца ответила на вопрос. Сливочное масло – это мой личный фетиш. Я страшно люблю сливочное масло. Я реальный фанат сливочного масла. Да, потому что, с моей точки зрения, это один из самых, в принципе, вкусных продуктов, которые существуют в мире. Это демонический характер у многих носит почему-то. А реабилитировали уже, успокойтесь, уже можно. Уже все, никакого не холестерина лишнего, ничего. Все, отличный продукт, потому что там правильно и жирно, на самом деле. Вопрос, опять-таки, сколько мы его едим. Если мы на завтрак съедаем с тостами, с хлебцами, с чем угодно, с кашей, кусочек хорошего сливочного масла, кроме пользы, кроме защиты печени, защиты всего ЖКТ, всех невыразимо полезных и нужных аминокислот, мы кроме пользы ничего не получим. Мы получим просто абсолютный кайф для организма. Это действительно полезная штука. Это наша защита и это наш иммунитет. Вопрос, где брать хорошее масло? Потому что после санкций французское, нормандское масло, которое, не знаю, какие духи, только вот это масло, пахнет невероятно вкусно, да, оно другое, оно исчезло. Остаются фермерские масла. Поэтому, когда вы приходите на рынок, меня спрашивают, как ты выбираешь масло? Я его нюхаю. Конечно. Оно должно пахнуть сливками, лугами, вот всем, не знаю, запахом счастливого детства. Вот тогда это правильное масло сливочное. Все остальное не пахнет. Не надо покупать. Масло должно пахнуть. Оно не может не иметь запаха. Не имеет запаха. Он говорит, ну что вы, я вчера сбила сама. Ну, молодец, сбила, ешь сама, я пойду дальше. Да? Пробуйте, не стесняйтесь, нюхайте, просите. Знаете, я как-то с одним крутым поваром ходила по Дорогомиловскому рынку в качестве экскурсии, а я еще несколько людей, интересующихся, скажем так, кулинарией. И он ходил, он говорил, так, ну-ка рыбу покажите. Жабры – это неправильные жабры. И такая продавщица на него – это неправильные жабры. Ты мне будешь за жабры рассказывать. Он говорит, это вы мне не рассказывайте за эти жабры. Это неправильные. Вот это правильные у вас, хорошие жабры у вашей рыбы, да? И дальше мы с ним шли. Он показывал мясо, части мяса, что как выращено, что как пахнет. Ну, как бы я это все знала, но мне было очень интересно, как человек на практике все очень быстро и очень органично это объясняет. Это было круто. Да, и вот это вот масло мы ходили по ряду, и мы с ним чуть не переругались. Я говорю, что вот это масло? Он говорит, что вот это масло. Мы вынуждены были купить по куску и потом прийти и мазать его на тосты, чтобы прочувствовать. Но ничья, окей. Вы хотели что-то еще спросить? Да. Ну а что, хорошая вещь?
Отлично, если у вас нет времени, это идеальный вариант. Мультиварка, скороварка, никакого вреда, только очень щадящее приготовление. Я, в общем, сторонник скорее быстрой кухни, да, для меня мультиварка слишком медленная. Да, и у меня ее в принципе нет, я считаю ее оскорблением меня как человека и повара. Вот, но это личная моя фанаберия, не обращайте внимания. Но в условиях того, что надо быстро сделать или сделать, чтобы было утром готово, нету времени, вот такая мировая вещь, я только за и всем рекомендую, потому что действительно не все могут за 15 минут сделать что-то и подать на стол, да, потому что нужна энергия и прочие вещи, поэтому, да. Скажите, пожалуйста, немножко отвлекаемся от этой темы, а как вы относитесь к такой очень распространенной диете от Чукалы? Я знаю людей, которые счастливо на ней худели, но я не знаю ни одного человека, который смог после нее закрепить результат. Ни одного, клянусь вам. Я знаю человек, наверное, 25, которые сидели на Дюкане, и они с хорошим, вот таким, но закрепить они его не смогли, вес уехал у всех, потому что диета... Я вам сразу просто скажу свое отношение к диетам. Диета – штука экстремальная для организма. Есть тип наш личный питания, как мы едим, система наша собственная. Если она правильная, мы остаемся в хорошем весе, у нас отличное настроение, у нас куча энергии. Это наша система питания. Если она состоит из правильных продуктов, она работает. Но да? Это и есть диета. Потому что... Это не диета, это образ жизни. У русского человека диета – это вот я вот не ем ничего вообще. Это неправильная фигня. А у американцев диета – это просто правильные их рассказы. Это образ жизни, совершенно верно. Я за образ жизни, за диету как образ жизни, не диету. Вот дурацкое слово. Это тоже у меня подружка, она такая девушка в теле, роскошной формы, она все время пытается худеть, худеет, толстеет, показывает, значит, свои результаты, джинсы так, джинсы сяк, но все равно много лишнего. И она говорит: ой, я что-то себя распустила, сейчас я опять сяду на диету. Я говорю: а ты не пробовала, в принципе, питаться так, как ты на этой диете сидишь? Потому что у нее очень хорошая сбалансированная диета, без фанатизма. Да, я говорю: она же тебе нравится? Ты сыта? Она говорит: да. Ты можешь это поесть, даже если не взяла с собой, ты можешь в любом кафе приблизительно найти то, что тебе подходит? Она говорит: да. Я говорю: а зачем ты тогда так над собой издеваешься? Почему ты не можешь вкусно и с удовольствием есть по этой системе просто тупо всегда? Да? Не все мы сразу к этому приходим. Да? Например, у меня сахар отпал сам с собой. Не совсем. Да? Я могу съесть ложку варенья с удовольствием, могу съесть шоколадку, я могу съесть конфету. Да? Без экстрима, спокойно. Но сахар добавленный... Чай с сахаром, кофе с сахаром, вот это все, оно вдруг исчезло. Я поняла, что я не хочу, просто мне не надо. И это не то, что я сейчас не ем сахар и сейчас не ем мясо. Нет, я это не ем, потому что мне это не нужно. Да, и также у каждого человека выпадают ненужные вещи, и мы их замещаем нужными, потому что если мы... Это как с, не знаю, бросанием курить, например, да? Если ты не заменил эту привычку другой, ты опять закуришь. Да? Так же с продуктом. Ты выкинул один продукт, добавь другой, который прям вот тебе будет хороший. Давайте, сейчас, давайте я вас... Можно, если заменить, например, сахар вареньем, это не одно и то же будет? Одно и то же. Это тот же сахар. А как тогда приучиться пить, допустим, тот же чай по утрам без сахара? Во-первых, нет, мед и сахар разные штуки. Мед – это сложный углевод. К тому же с очень большим количеством нужных вам полезных веществ. Но мед при нагревании до 60 градусов теряет свойства. Поэтому мы его можем добавлять только в теплый напиток. Можно сначала, знаете как, бывает, приучают себя... В прикуску, да? Глоток чая, чуть-чуть меда, глоток чая, чуть-чуть меда, потом меньше меда, остается чай. Главное на самом деле, знаете, фишка в чем? В чае. Если у вас вкусный чай, прямо фанатский вкусный чай, найдите себе чай, прямо который вы будете прямо хотеть его выпить. Вам не нужно будет ничего, вы будете смаковать этот чай какой-нибудь, не знаю, пусть это будет дорогой улун хороший, да, или, не знаю, что вам, какой чай вам нравится? Обычный черный, хороший английский с бергамотом. У него такой аромат сумасшедший совершенно. Купите дорогой чай, попробуйте. Вы просто не захотите ничего. Но если вы никак не можете без подсластителя, есть опять-таки там сироп агавы, сироп топинамбура. Ну,
топинамбурный сироп, он привкус имеет противный, я его не люблю. Агава ничего. Но вот это вот потихонечку убирая, в принципе, в ложке варенья ничего плохого нету, если вы не банку съедаете. Судя по вам, вы съедаете ложечку. Ешьте варенье и получайте удовольствие. Еда должна приносить удовольствие, да? Вот это, я вот это совсем никогда не буду есть. И тут же вы это увидите, аж затрясет, захочет. Но если мы себе позволяем это не есть, то да? Да. Вводная ситуация, длительная тренировка. Да. Ну, высокая температура на улице. Как правильно вообще к этому подойти? Ну, мы понимаем, что за длительную тренировку мы теряем большое количество воды, да. Соответственно, электролитов. Да. Что нужно, может быть, покушать вначале и как, что нужно скушать, если мы не говорим про изотоники, что нужно скушать потом, чтобы, ну, хорошо восстановиться? Ну, смотрите, вам надо до тренировки, во-первых, за полтора часа. На жаре у вас обмен веществ другой, да? Он тоже, смотрите, у кого-то он медленнее становится, кто-то меньше ест, у вас меньше потребность в энергии, у кого-то больше, наоборот, солнце отнимает много. Очень индивидуальная штука. Но если вы понимаете, что на жаре вы едите чаще и меньше, значит, вы должны съесть небольшую порцию сложных углеводов с белком, но не с тяжелым каким-то, да, например, с теми же там креветками, например, или с рыбой, за 2 часа до. Потом вы, например, выпиваете воды. Кофе мы в такой ситуации вообще не пьем, потому что рекомендуют, например, если вы, у вас есть в течение дня пробежка, там утром, днем, вы утром позавтракали, через час только вы пьете кофе. Потому что, и, допустим, за полчаса до пробежки вы и энергию получите, но не убьете железо, которое вы получили за завтраком. Да, потому что кофе не дает усваиваться железу так, как нужно. Да, поэтому точно так же, если мы едим мясо с бобовыми, эти бобовые нам помогают хорошо усваивать железо. Да, оно легче гораздо расщепляется. Поэтому поели, попили. Жидкость выводит. Конечно. Но если нам нужна энергия, если мы выпили вот такую чашечку эспрессо, и мы понимаем, что мы сможем во время пробежки попить, мы, конечно, пьем. Понемножечку, понемножечку, понемножечку. После тренировки, после пробежки на жаре. Но вообще пробежка на жаре – это такая экстремальная штука. Она очень сложная. Да? Во-первых, жидкость мы восполняем лучше все-таки, если у вас будет изотоник. Потому что вы потеряете минеральных веществ гораздо больше, чем при другой температуре. И дальше вы тоже едите сложные углеводы и белок. Углеводов чуть больше вам надо энергию добавить, вам в мышцу и так все пришло уже. Да, вам нужно восполнить именно энергию, и эти углеводы вас немножечко успокоят и дадут нужный как бы заряд, и вы не будете потом умирать. Прям вот совсем тяжело не будет. Можно, в принципе, вместо изотоника пить минералки типа каких-нибудь синтуков? Можно, конечно. Если нет изотоника, минералка, безусловно, хороша. Но если есть изотоник, он просто более сбалансированный. Потому что тоже, опять-таки, у каждого свой обмен веществ. И кому-то больше, лучше кому-то магний больше, кому-то калия. Да, у каждого свой баланс. Мы с этой минералкой можем не угадать. К тому же там она достаточно насыщенная, зависит от источника. Если мы знаем, что нам от ящинтуков хорошо, берем с собой синтуки и радуемся жизни, да? Но всегда и пить. Тоже про питье часто спрашивают, надо ли перед пробежкой много выпить воды и потом тоже много выпить воды. Нет, не надо, потому что вы с этим литром воды в желудке просто не побежите. Куда она у вас денется? Всосется же, никуда она не всосется, да? Она как аквариум, да? Поэтому если мы равномерно пьем в течение дня, это самый лучший вариант. Понемножку, да, там пауза, выпили стакан воды. Пошли, выпили стакан воды, тут хлебнули. Когда у вас постоянно восполняется, у вас не будет обезвоживания точно. На жаре вы добавляете приблизительно литр. Кто? Как раз вот за минералку что-то говорил. То есть в каком объеме, но если я вот бегаю, например, или активно езжу, или ежедневно, да. Бутылками. Нет. Нельзя. Потому что это, смотрите, любая минеральная вода... 4, кажется, минерализация. Совершенно верно. Это активная субстанция, очень, да? И она может на вас повлиять хорошо, может плохо. Но это лечебная штука, да?
Так же, как мы не пьем бесконтрольно витамины, мы не можем пить минералку ведрами. Мы можем себе камни в почках получить. Вообще легко. Да? Надо? Не нужно это. Поэтому, в принципе, можно сделать специальные анализы на показатели минералов в крови. Вы сразу будете понимать, какая минералка вам хороша и в каких количествах. Знаете, как в этих серных всяких ваннах и термальных источниках всегда пишут минерализацию и говорят, сколько минут там можно находиться. В воде сидеть просто. В каком-то 10 минут, в каком-то 15, в каком-то 20. Потому что если больше, у вас идет чудовищная нагрузка на сердце, на сосуды и так далее. В нормальном варианте вы получите пользу, в другом вы получите вред. Лига, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к набирающему темпу модного течения сыроедения? И второй вопрос. Когда я готовилась к своему первому полумарафону, да, я заметила, что мой организм, ну, до этого был спящим состоянии, и потом просто там проснулся какой-то шреддер, и он хотел есть все подряд, единственное, чем я спасалась, это бананами. Да. Энергия, это продукт. Есть такие энергетические продукты? Энергетический продукт, смотрите, самый энергоемкий и удобный для нас продукт – это действительно банан. Он универсален. Да? Всегда у меня там в машине, дома, у меня везде на работе, у меня под рукой всегда есть банан. Да? Потому что если я не успела перекусить, ты съел и ты в порядке. Два банана – тоже хорошо. Лишнего веса при хороших физических нагрузках от бананов не бывает. При нормальном остальном питании, если мы не едим параллельно торты, пирожные, вот это вот белые булки, вот это все, нет. Никакого вреда. Энергетические батончики. Конечно. Знаете, сейчас в Москве их не так много видов, но уже встречаются. Энергетические батончики практически без орехов, совсем с неба, иногда совсем без. Но сухофрукты, и там даже меда нет, потому что там инжир как заменитель, как вот эта вкусовая добавка, которая дает сладость. Это невероятная штука, да, там могут быть овсяные дробленые, овсянка дробленая, не хлопья. Это невероятная вещь совершенно, потому что, во-первых, вот в этой плотной маленькой штучке энергии катастрофическое количество. Голод утоляет феноменально, да, и даже если ты ее съел, запил там хорошим чаем, ты уже сытый, потому что у тебя это сплошная польза. Я бы считала, что бананы и вот эти энергетические батончики, которые, кстати, вот так можно делать самим дома. Сыроедение. У меня есть моя старинная приятельница, она писатель, она журналист. Была такая пухлая, очень миловидная женщина, которая, мне кажется, вообще не думала о том, что она ест. В какой-то момент они с мужем перестали есть мясо, потом они перестали есть рыбу, они стали вегетарианцами достаточно строгими, потом они перешли на сыроедение. Когда я ее увидела через год сыроедения, я так вытерла глаза. Я реально не могла поверить, что это она. Ну, я не говорю о том, что у нее стала потрясающая фигура. Не дико худая, нормальная абсолютно. Но какая-то невероятно женственная и притягательная. Было ощущение, что она светится изнутри. Такой эффект именно на нее, да, оказало сыроедение. У нее реально кожа была, как у младенца. Она не ходит к косметологу. Она их боится. И вообще, говорит, у меня нет времени, отстаньте от меня. Она очень много ходит пешком. И она ест только сырые овощи и фрукты. Она делает специальный хлеб, который, естественно, не проходит термическую обработку способом прессования. Да, она много чего делает. Но она фантастически выглядит. Ей с мужем это подошло. Я не уверена, что это подходит всем, потому что если, например, у кого-то какие-то проблемы с желудком, например, или с поджелудочной, да, если я не очень понимаю, как они держатся без жиров, которые помогают поджелудочной работать, помогают печени справляться с нагрузками, но это их обмен веществ. Они разумные люди, они экспериментировали, поняли, что им это подходит. И на этом сели. Как только они почувствуют, что это не годится, они перестанут это делать. Но пока они великолепно себя чувствуют, ушли какие-то болячки и прочее. Опять-таки, надо понимать, подходит это именно вам или не подходит. Я отношусь хорошо ко всему, что хорошо влияет на человека. Почему нет? Да, давайте, вы хотели давно. Да. Тут два вопроса. Первый, как вы относитесь к теории, есть то, что растет в ареале локальных продуктов. А вторая, это
ваше отношение к теории о том, что у каждого человека есть свой набор ферментов, и организм может усваивать определенные Да, сейчас расскажу. Давайте начнем со второго, наверное. Да, у каждого человека свой набор веществ. И зависит это от тех ферментов, которые вырабатывает ваш организм. Вырабатывает он ферменты в зависимости от того, что вы едите. То есть это такая замкнутая, с одной стороны, история. С другой стороны, есть ваша индивидуальная особенность. И кому-то хорошо много углеводов, этот человек отлично себя чувствует, он не поправляется, у него прекрасная кожа, у него нет морщин, да? А кто-то не может есть углеводы, ему тяжело, но он отлично ест белок. Это к вопросу, кстати, о Дюкане. Да? Я бы, наверное, не смогла столько белка съесть во время атаки белковой. Ну, просто у меня бы организм крякнулся, как и у многих людей. Белок же, в принципе, токсичен. Ну, в таких количествах, конечно. Это же надо его суметь расщепить. Опять-таки, ферменты. Если у человека достаточно ферментов, мы можем искусственно подключить ферменты. Но зачем мы тогда создаем искусственно себе сложную пищевую ситуацию? Знаете, как построил проблему, решил проблему сам. Зачем же создавать себе проблему, потом ее усиленно решать какими-то чужеродными ферментами? Зачем? Не нужно. С моей точки зрения, да, речь идет о балансе. Если вам хорошо... Больше углеводов, меньше белков – это ваша история. Больше белков, меньше углеводов – это ваша история. В зависимости от возраста ваши потребности будут меняться обязательно. Это не потому, что возраст – это плохо, это прекрасно. Да, вот мне исполнилось 44 года, я прыгала и радовалась, потому что это, по-моему, страшно круто, да? Потому что, мне кажется, я так круто себя не чувствовала вообще никогда в жизни. Что какой-то драйв, энергия и все. Я так понимаю, что очень много идет от еды. У меня, знаете, как... Менялись пищевые привычки, у вас поменяются, да, потому что у вас будет меняться гормональный баланс в организме. От этого зависит то, что вы едите, то, что вам будет хотеться есть, и то, что будет лучше усваиваться. И ферменты, которые у вас вырабатываются, тоже будут меняться. Поэтому надо очень внимательно следить. Вдруг едите, что обычно, и понимаете, что опа, а вот пошло не туда. Почему? А поплыли гормоны, например. Естественным образом они будут меняться. Меняйте соотношение, пробуйтесь, дайте анализ на гормоны, вы сразу поймете, чего у вас много, чего меньше. Это новомодная тема, когда ты изначально идешь, сдаешь, да? Тебя раскладывают. Да. Такие продукты, в принципе, они, да, полезные, да, в войне, в ноль или просто. Абсолютно. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот у каждого наверняка есть совершенно ненужный ему продукт. Вот у меня это овсянка. Абсолютно бесполезная штука, потому что я в какой-то момент поняла, я съедаю утром тарелку овсянки, ну надо же, полезно для желудка, хорошо, а я через полчаса голодная, как будто меня не кормили двое суток, спрашивается, зачем я съела эту тарелку овсянки, да, я понимаю, что моему организму это не надо, и мой завтрак это яйцо, это овощи, это тосты, да, это какая-то такая углеводно-белковая история, которая мне дает довольно большой заряд энергии. Да? Потому что у меня не всегда есть время на полноценную еду. Я очень много трачу сил и очень много дел, много бегаю. Вопрос о локальных продуктах. А вообще, это, конечно, верная теория, с одной стороны. Если мы понимаем, что наши предки жили на этой земле последние 500 лет, тогда все, что здесь растет, вот оно нам хорошо, да? Но откуда, когда пришли какие наши предки и как намешались наши гены, да, мы не всегда знаем, даже если мы знаем. Ну и надо еще учитывать, там ту же картошку привезли. Да. И так далее. А она выросла в Израиле выросла. Хорошая картошка израильская, кстати. А вопрос локальных продуктов – это, смотрите, есть, да, они пересекаются немножко, теория, что хорошо то, что нам генетически подходит, то есть если мы растем на наших корнеплодах, пусть мы и едим эти корнеплоды, плюс речная рыба, потому что моря у нас тут нету, да? Ну, а без речной рыбы? Ну, я речную рыбу вообще не люблю, я не понимаю, смысла в ней нет, по-моему, вообще никакого, кроме просто тупо белка. Да, мне она даже невкусная, например. Морская рыба вкусная и полезная, да? И мы сразу думаем, а голова же тоже работает, да? Не только вот это вкусно, невкусно, а это полезно, это хорошо, я слышу, круто. Есть история правильная, связанная с локальными продуктами. То, что выросло здесь и сейчас, в сезон, надо есть, потому что это то, что вырастает максимально естественным путем с помощью погоды, природы, солнца и человеческих рук. Вот сейчас оно здесь выросло, это хорошо, мы это съели. Не съели,
заморозили и съели потом, да, или купили замороженное то, что было выращено в сезон, я об этом уже говорила. Тогда это польза, но это польза исключительно за счет витаминизации. И я никогда не поверю, что нам хорошо то, что вот как бы исконно-посконное, да, ну потому что откуда, спрашивается, я так люблю японскую кухню, прости, господи, у меня нет японцев. Никаких, не, вот точно знаю, что нет японцев в роду. Никаких рядом не валялись, да? Но я понимаю, что это для меня, наверное, самый идеальный вариант еды. Именно японская кухня. Вы хотите что-то спросить? Да. Сейчас, секундочку. Про яйца. Да. Допустим, мы реабилитировали со стороны холестерина. Да. Смотрите, смотрите, если у вас, в принципе, есть проблемы, да, то мы по ним были. Если их сейчас нету, то нету оснований считать, что какой-то продукт их вернет. Если это не хроническая история. Если это хроническая история, и мы понимаем, что это не очень хорошо влияет, но я просто желток убрала. Уберите желток, оставьте белок. Сплошная польза и никакого вообще никакой опасности даже для хронических заболеваний, связанных с желчевыводящими путями. Я хотела спросить, надо много пить воды, а какую воду посоветуете? То есть надо там родниковую искать, короче, или... Любая вода, происхождение которой не вызывает у вас сомнений, то есть если написано, что она родниковая, и она действительно родниковая, хорошо. Талая вода, настоящая талая вода, хорошо. Но только если вы уверены, что это именно она и есть, а не кто-то налил из-под крана и вам продал в бутылке. Но это очень сложно. Есть на самом деле рейтинги воды, да, самые, сейчас я попытаюсь вспомнить, какие же были вот из таких, из, которые бутилированные, Архыз неплохие давал, давали по нему рекомендации, ой, сейчас, как же она, выскочила, нет, нет, сейчас я скажу, блин, Нет, 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 нет Шишкиного леса, Шишкин лес только за шишками. Не-не-не, не Шишкин лес. Надо посмотреть рейтинги, они меняются, потому что тоже, знаете, там поменялся хозяин у производства, и предыдущий разливал из родника, а этот из-под крана. Да, тоже надо смотреть. Надо посмотреть, я просто... Да. В Москве родниковая вода, это... Если у вас есть рядом хорошие родники, сходите на родники. Но у нас родников, конечно, нет. Да, я, например... пью очищенную фильтрованную воду, потому что я понимаю, что... Из-под крана, да? Да, из-под крана. Хорошие фильтры, потому что, в принципе, ее состав будет плюс-минус такой же, как в тех бутылках, которые вы покупаете, потому что происхождение той воды нам неведомо. Вопрос про практически. Сколько вы считаете допустимо облигаторную еду в холодильнике? Там строго тот же день или все-таки там... Нет. Не, ну смотрите, салат просто он будет невкусный, да, овощной. Да, он расклякнет, это жуткая дрянь. Зачем нам есть невкусное? А салат, который состоит не из мокнущих продуктов, да, пожалуйста, просто может быть, сразу все не заправлять, да, любой заправкой, не знаю, что вы используете, йогуртовую заправку, бальзамик с маслом, да, как бы винегрет, все, что хотите. Но сразу лучше не заправлять. Заправили столько, сколько съели. А вот то, что осталось намешанное, оставьте себе на завтра, потом заправите. Два дня нормально. В принципе, для меня еда теряет вкус практически вся. На второй день, на третий, может быть. Но есть еда, которая только приобретает вкус, потому что хороший борщ, его можно сварить на неделю. И есть, и получать удовольствие. Тоже же надо смотреть на продукты. Жена оставила мужа одного дома и сама ушла в роддом рожать. Она его на неделю приготовила и заморозила все продукты. Нет, не видела. Хороший, я найду, посмотрю. Да. Не все из нас придерживаются правила, что есть просто. Мы, например, спортсмены точно нет, потому что порой после бассейна так хочется есть. Конечно. Как не поесть надо. Так вот, что точно нельзя есть на ночь глядя, а что можно себе позволить? А второй вопрос у меня про экстремальные штуки для организма. Вот что вы думаете по поводу сушки, когда мы получаем красивый рельеф, то есть включаем также это экстремально. Ну, смотрите, значит, что касается первого. Нет, давайте с сушки начнем.
Сушка, ребят, ну это реально экстрим. Потому что все, что является насильственным для нашего организма, а вот эта бешеная сушка – это насилие над организмом, безусловно, это чревато последствиями. У кого-то это пройдет легко первый раз, второй раз. Но это же не естественное состояние. Это опять-таки мы возвращаемся к вопросу о диетах. Это значит, мы сели на очень жесткий режим. И мы включили все резервы нашего организма. Мы его изнашиваем непонятно ради чего. Да, ради красивого рельефа. Ой, камон, на что за рельеф тот любят? Нет, нас за другое любят. Да? А, может быть, это для самореализации. Если человеку это дико важно, да, это его личная цель. Да? Это, окей, челлендж. Как челлендж, да. Но мне кажется, что это может очень негативно повлиять, потому что как поведет себя каждый организм после этого экстрима, мы предсказать не можем. Потому что у кого-то сядет сердце, у кого-то подсядет печень, у кого-то сядут почки. Не все же проходят медицинское обследование до бешеной сушки. Все же думают, что они такие, ха, здоровенькие, бодренькие, сейчас. Да, там песок, мы о нем не знаем, там еще что-то, тут вены, да. Вроде все плюс-минус в норме, но мы не знаем этой детализации, и мы можем себе очень круто навредить. Поэтому мне кажется, что это можно делать только под наблюдением врача, с консультацией терапевта и человека, который точно понимает, что вы сейчас делаете. И если он понимает, что это может навредить, все, прекращаем, стоп, да? А что касается не есть после шести. Есть хорошее правило «не есть за 3 часа до сна». Да, просто чтобы не ложиться с битком набитым животом. Я очень поздно ложусь, например. Я ложусь в 1-2 ночи. У меня такой режим. Он неправильный вообще, но у меня по-другому не получается, к сожалению. Поэтому я могу поесть и в 12 часов ночи. Я не очень это люблю, я себя не очень хорошо чувствую. Но если я поем, например, в 10 вечера, а лягу там, в 1 ночи, абсолютно нормально. У меня все утряслось, но я же знаю, что я ем, да, в эту вечернюю трапезу. Я ем то, что за эти 3 часа в моем организме в любом случае уляжется, и мне хватит периода вот этого, плюс ночь, когда у нас замедляется обмен веществ, для того, чтобы справиться с той нагрузкой, которую мы дали на ЖКТ. Знаете, я вообще не особо ограничиваю себя, вот правда. Я могу поесть рыбу, я могу поесть салат, я могу поесть и рыбу, и салат, я могу поесть и рыбу, и салат, и картошку. Я могу поесть картошку и салат, да, например, я могу поесть, съесть порцию ризотто. Да, я ем то, что я точно знаю, что мой организм скажет, ну вот я за 3 часа как-то... Я же знаю, чего мне будет плохо, если потому что если я наемся в эту вечернюю трапезу типа легких фруктов, мне будет очень плохо. Вот реально мне физически будет дурно. Нужно сделать поправку на то, что человек, который занимается физнагрузками, ему нужно восстанавливать мышцы. Совершенно верно. От фруктов мышцы не восстанавливаются. Вообще никак. Очевидно. И по сути, если кто-то там ест после 6 или там поел он там жареную воду, то да. Он сам себя за ночь съел, и вся его тренировка съел. В минус. Он увел все полезные вещества, увел минералы, посадил себе железо, да, потому что каждая интенсивная тренировка в зале или бег – это минус 2 миллиграмма железа. Ну, вы теряете его, вы теряете очень много всего нужного. Поэтому, если у вас тренировки, ешьте спокойно. Например, в той же овсянке вечером вообще ничего плохого нет. Это ваши длинные углеводы, сложные. Они дадут вам энергию, они сохранят вашу внутреннюю энергию и ваши мышцы, и они дадут вам силы утром встать, что-то съесть и побежать. Да, там через час, например. Да, кто-то бегает натощак. Есть такая система, люди многие бегают натощак, отлично организм это выдерживает, но не каждый организм. Кто-то просыпается с очень сильным чувством голода, не надо с ним бороться, надо что-то в себя закинуть, потом подождать час и побежать. А кто-то действительно бегает натощак, организм спокойно это, но потом обязательно надо поесть, потому что вы все должны себе вернуть. Да? Если, опять-таки, не бешеная сушка, но мы против бешеной сушки. Давайте последний вопрос еще. У нас 1.5 часа, и мы используем. Белки, углеводы, это все понятно. А какие еще есть продукты-помощники, которые спортсменам помогают восполнять витамины в организме, какие-то питательные вещества, опять же, если возвращаться к диете и так далее? Ну, смотрите, это вся группа Б витаминов, да, нам абсолютно необходимо. Это витамин А,
То есть, в принципе, если мы едим много овощей, правильных овощей, мы все это восполняем так или иначе. Потому что в том же киноа группы Б, в тех же бобовых витаминах группы Б, мы абсолютно это компенсируем. Можно добиваться минеральными витаминными комплексами. Почему нет, если вы их хорошо переносите? С перерывами, конечно. Но порция зеленого салата, да, вот где много зеленых листьев, где, кстати, молодой шпинат, не надо его термически обрабатывать, я считаю, это жуткое вредительство, потому что молодые листочки шпината, это, конечно, а вы их с помидорами, например, немножечко кунжутного масла, либо, наоборот, заправили йогуртом и много-много зелени накидали, это же волшебная совершенно еда. Ваша, кстати, абсолютно беговая история – это то, что сейчас носит модное название «крудите». Да, это, знаете, когда продается в стаканчиках нарезанные соломкой овощи. Это модное название. «Крудите» называется. Хорошая штука. А гости, не гости. Гости, кстати, сожрут это в первую очередь. Несмотря на то, что вы думаете, что они будут налегать на что-нибудь недиетическое, сейчас. А еще если красиво подать, знаете, когда морковка чистится, оставляется хвостик, редисочка с хвостиком мытая такая, все такое аппетитное, все красивое. Морковка, сельдерей, перец, я понимаю, что вы не любите, простите меня, пожалуйста, огурцы, все сезонные продукты, морковь, пастернак, редиска, все, что можно, брокколи сырая, сырая цветная капуста и отдельно сырые шампиньоны. Ах, вообще замечательно. Майонез? Ну, сами сделайте майонез и ешьте. А чего? Вот такая штука — домашний майонез. Кстати, соусы вообще, мне кажется, что французы, они, конечно, не дураки, да, потому что они все с соусами, все, но просто соусы могут быть полезны, могут быть не очень. И мы можем сделать сухой майонез, например, если мы не рискуем использовать сырые яйца для него, мы просто берем желтки вареные, вкрутую, яичные, перетираем их, добавляем немножко лимонного сока, добавляем ложку горчицы, добавляем хорошее оливковое либо приятное какое-то, не знаю, масло виноградных косточек. Все это взбиваем. Получается волшебный соус. Чуть пожиже для салата, чуть погуще, не знаю, для сэндвичей, например. Никакой майонез в подметке ему не годится, да? Опять же, йогурт с большим количеством зелени. Опять-таки, сделанный домашний томатный какой-то соус. Соус из свеклы, хумус. Отличная штука. Все дипы, в которые можно что-то макать, это наш источник. Кстати, дипы чем хороши? Там всегда есть какой-то небольшой жировой компонент. Поэтому та же морковка у нас будет усваиваться вот так вот. Витамин А, здравствуй. Вот, поэтому это минус аллергия, плюс иммунитет и так далее. Поэтому овощи, 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 овощи. Все, что мы можем взять хорошего, это овощи, это бобовые, это наша любимая чечевица, это фасоль, это горох. Например, если сделать пюре из зеленого горошка, это же вообще бомбическая вещь. Замороженный горошек обычно трясется такой, как погремушка в магазинах, да, если нет свежего. Купили замороженный горошек, немножечко его бланшировали, взбили в блендере с небольшим количеством сливок, например, или с небольшим кусочком сливочного масла. Немножко подсолили. Это божественная штука, это невероятно вкусно. Как гарнир ко всему, чему хотите. Пользы — вагон и маленькая тележка. Вы все возьмете из еды, правда? Все, заканчиваем.